Это меня недавно на детекторе лжи проверяли. А я в банк решил устроиться кассиром. Она говорит, надо вас проверить. Вдруг вы чужое возьмете. Я говорю, а вдруг вы мою тяпнете? Она говорит, а у вас есть? Я говорю, а если будет? Они говорят, вот когда будет, тогда я тяпнем. Сейчас идите к детектору. Ну, подсоединили они ко мне какие-то провода, которые у детектора говорят, смотрите на нас. Ну, я смотрю, а сзади них на столе бутылка. Которые у детектора говорят, фамилия. Я говорю, Прохоров. Который у детектора говорит, детектор показывает, что вы говорите не то, что думаете. Я говорю, так вы бутылку уберите, он будет показывать правильную. Ну, убрали они. Длинный спрашивает, изменяли ли вы когда-нибудь жене? Я говорю, нет. Тут у маленького шея вытянулась длиннее, чем у длинного. Он говорит, почему? Я говорю, так я же холостой. Длинный меня взглядом испепеляет. За кого вы голосовали на выборах? Я за соседа. Длинный так уши зашевелились. Он говорит, что, депутат? Я говорю, не, он алкоголик. Он в тот день с дивана встать не мог. В детекторе так что-то щелкнуло, дым пошел. Маленький говорит, ну вот, скотина, прибор сломал. Я говорю, я же не виноват, что он у вас такой нервный. Ну, починили они. Длинный спрашивает, есть ли у вас недвижимость за границей? Я честно говорю, есть. Маленький жадностью какая? Я говорю, могила деда на Украине осталась. У Длинного глаза на лоб полезли, он их рукой вниз. Спрашивает, имеете ли связь с преступным миром? Я говорю, конечно, имею. Маленький, вот с кем? Я говорю, вот к вам пришел. У Длинного за глаза на пол упали. Он их так поднял, платочком протер, стал в уши вставлять. Маленький говорит, странно, но самописец вообще ничего не пишет. Он боится, сука, правду написать. Ну, Длинный, наконец, догадался, вставил куда следует. Отвечайте в рифму. Европа. Я говорю, наводнение. Он говорит, это же не рифма. Я говорю, правильно, это полный абзац. В детекторе бабахнуло что-то, маленького на пол сбросило, уши Длинного отскочили, стали под потолком летать. Маленький кричит с пола, верите ли вы, что Россия возродится? Я говорю, конечно, меня уже лично 10 лет подташкивает и тянет на соленое. Тут у Длинного уши в окно выскочили, маленький в дверь под щелью пролез, а я это, отсоединил обуглившиеся провода и пошел устраиваться на другую работу.